Ежедневно они идут на работу, занимаются обычными делами и меняют жизнь региона к лучшему. 19 жителей Днепропетровской области получили государственные награды за высокие профессиональные достижения. Среди награжденных – учителя, врачи, преподаватели, аграрии, мастера, художники, промышленники и государственные служащие. Им вручены знаки отличия президента Украины, почетные грамоты Кабинета министров и присвоены звания заслуженных работников. Светлана Аляева уже 20 лет учит юных днепропетровцев понимать окружающий мир и любить все живое вокруг. Она учитель биологии, а теперь заслуженный учитель Украины. Орден княгини Ольги третьей степени получила начальник Новомосковского управления пенсионного фонда Антонина Косова. Ее служба отвечает за то, чтобы каждый пенсионер своевременно оформил и получил выплату, чтобы ни одна семья не осталась без поддержки государства.